В Алматы 120 семей получили ключи от новых квартир. Жилой комплекс расположен в атлетической деревне. После зимней универсиады городские власти приняли решение распределить эти квартиры среди очередников. Новые квадратные метры получили учителя, врачи, люди с ограниченными возможностями и воспитанники детских домов. Ключи им вручил аким города Бауыржан Байбек. По его словам, до конца этого года каждая четвертая семья, стоящая в очереди, получит свое жилье. Всего же в течение ближайших 5 лет в рамках программы «Нурлы жер» в Алматы планируется ввести порядка 670 тысяч квадратных метров жилья. На эти цели выделено 140 миллиардов тенге. Также аким отметил, что теперь постановка в очередь и ее передвижение осуществляется исключительно в электронном режиме на портале электронного правительства. Кроме этого, в городе внедрена электронная инвентаризация очереди. Я вот стоял в очереди около 7 лет. Вот сегодня удостоился такой честь получить квартиру от руки акима города. Выдача квартиры была прозрачной. Мне всегда приходил по сотовому телефону сообщение, что мне надо, необходимо сдать определенные документы. И сегодня вот получили долгожданную квартиру.